14 человек погибли в результате пожара в жилом доме в столице Вьетнама. Огонь вспыхнул во дворе между двумя зданиями, где располагались электрические мотоциклы и велосипеды для продажи. Пламя перекинулось на один из домов, где проживало 24 человека. 10 постояльцев удалось спасти, трое из них находятся в больнице. По сообщениям местных властей, незадолго до пожара прозвучало несколько взрывов. В настоящий момент власти расследуют причины возгорания и устанавливают личности жертв.